Здравствуйте, уважаемые любители спорта! Мы продолжаем репортажи, посвященные турнирам памяти чемпиона мира по боксу Александра Кошкина. Турнир памяти Александра Кошкина проходит в плотном контакте с старшими тренерами страны Виктор Юрьевич Волков и Николай Владимирович Павлов. Благодаря этому собираются сильнейшие боксеры. Смотрите сюжет из зала бокса, в котором много лет Александр Кошкин тренировал своего великого тренера Бориса Николаевича Грекова. Мы находимся в зале, где занимался наш великий Александр Николаевич Кошкин. Вот, в этом зале он стал и чемпионом Европы, чемпионом Советского Союза, чемпионом мира, финалистом Олимпийских игр. Зал имени Бориса Николаевича Грекова находится на Таганке в Москве. Когда я пришел заниматься в 1974 году, Саша Кошкин уже был достаточно приличным боксером второго разряда примерно. И мы, соответственно, маленькие ребята, учились как бы на нем. Он как был образец для нас. Жалко, конечно, что он ушел из жизни так рано. Вот. В этом году 60 лет исполнилось ему бы. Вот, великий боксер, царство ему небесное. Этот зал до сих пор хранит память о Борисе Николаевиче Грекове, об Александре Николаевиче Кошкине, его ученике. И до сих пор здесь народ ежедневно, ну, в районе 50 человек регулярно ходит заниматься боксом. Молодым боксерам важно помнить историю своего зала, своих соратников, кто здесь тренировался вместе. Мы это стараемся как-то хранить. В этом году состоится 30-й юбилейный турнир в памяти Бориса Николаевича Грекова. Вот, мы всех приглашаем. Состоится турнир в Крыле Советов. Финал будет 15 декабря.